Не было и Гаморы, две кошечки, которых ласково называют сестры-попугайчики. Долгое время они проживали в клетке для пернатых. Случилось это из-за того, что кошечки поступили в приют с коронавирусом. Их нужно было изолировать. После выздоровления Не было и Гаморы быстро привыкли к новым условиям. Но сестринская привязанность не исчезла. То есть они вместе любят спать, они вместе лежат, играют. Их, конечно, бы лучше в одну семью, так им будет гораздо комфортнее, спокойнее, быстрее адаптироваться. Но можно взять и по отдельности, и просто немножко запастись терпением. Сестрам по 2,5 года, они стерилизованы и привиты. Не было и Гаморы подойдут в семью с детьми постарше или взрослому хозяину. Еще один сторожил мурдома – зеленоглазый кот Степан. До открытия приюта он жил в Балыкове, откуда на передержку его забрала одна из волонтеров. Выяснилось, что у Степана строптивый характер, с людьми он плохо ладил. После открытия приюта кот стал чаще видеть детей и взрослых, стал с ними теснее контактировать. В целом сейчас он стал достаточно ласковым, то есть спокойно дает себя погладить, но нужно учитывать, да, что это будет не сразу. То есть это осторожный котик, который сначала к человеку должен привыкнуть, сначала должен понять, что никакой опасности человек не представляет, а потом уже, да, он будет и мурчать, и ласкаться, и поэтому мы хотим пристраивать его в семью, где нет маленьких детей, потому что это кот, который не для игр, то есть это уже достаточно взрослый, спокойный кот, который будет жить сам по себе, где-то в квартире, и когда ему будет нужно, он придет за порцией ласки. В приюте Мурдом числится больше 100 кошек. Одна из них может стать вашим другом и любящим членом семьи. Выбрать и забрать питомца можно по адресу Железнодорожная, 9, строение 7. Вопросы по телефону +7 908 762 09 51. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.